теперь, Александр Николаевич, гражданин Пишовский, я, ну, сильно грустно. Дайте я сейчас это вставлю вашу кусочек вашего письма. У вас их много, мы еще их не проработали. Вот. Вот возьму и вставлю, просто чтобы немножко улыбнуться. Итак, это вы пишете, это уже не имеет отношения ни к Лиле, ни к нищеброду. Еще хотел сделать замечание по каталогу. В вашем каталоге груша Сварог от груши Чижевской отличается только наличием девушки на переднем плане. Ха-ха. Садоводы больше смотрят на девочек, чем на деревья. Я взял тогда. А вы знаете, сейчас я хочу вас познакомить с одной из девушек. Вот, с той самой Татьяной Сановой. Почему? Потому что сейчас поймете. Она начала делать, оформлять, как это называется, Инстаграм. Я до сих пор знаю, что это такое. И попросила выбрать фотографии как бы семейные. Вот. Смотрите. Ну, тут попадаются мои и Сергея, но сами понимаете, я больше девушек люблю фотографировать. Сейчас я с ними познакомлю. Почему? Потому что дальше пойдет конкретный разговор уже о том, что она хотела вам преподнести. Но пока, ну, это Александр Николаевич, отвлекаемся из-за вас. Ну, на мужчин можно не смотреть, что-то подумаешь. Вот. А вот это надо посмотреть. Это здорово. Вот. И это здорово, и это здорово. Так, это вам не интересно. А это цветущий персик. Вот это пропускаем. Это снова Татьяна Санна. А только 2016 год, только один. Только один. Только один, только один. Только один. Вот еще. Вот. На Сергея не смотрите, мы это проходили. Вот. На меня можно не смотреть. А вот тут глаз отдыхает. Видите, рябочки какие, а? Вам бы такие. Так. Смотрим еще на это самое. Где Танечка? Вот она, Танечка. Вот. Ну и чтобы не выглядела она только моделью, вот такая суровая жизнь у наших девушек. Видели, да? Вот. Чему я это показал? Сейчас я вернусь обратно. Вот сюда. Дело в том, что нет, уже не сюда. Значит, вот ее письмо. Вот ее письмо. Оно очень важное для них и, в конце концов, для нас с вами. Так. Наверное, мы ее... В общем, они создали Инстаграм. Пока она, это объявление о создании размещено вот тут. Здравствуйте, уважаемые садоводы. Оно, знаете, для чего это надо? Потому что тут есть хитрая вещь. Мы с Сергеем открыли свою страницу в Инстаграм. Будем рады видеть вас. Там будет много интересного, полезного. Мы приготовили для вас новогодний розыгрыш. Прикрепляем активную ссылку. То есть вам будут, победители получат саженцы. Вот активная ссылка, так? Смотрим. Вот. Ну, что я скажу? Я тут среди вас, друзья, есть несколько таких крутых этих компьютерщиков. Я сам лично, это только я ее увидел только час назад, честно. Тут что-то есть, что я помогал делать так же. Вот. И я теперь смотрю новогодний розыгрыш. Меня само вот это непонятно. Пароль, войти. Я до сих пор это не умею. Когда-то было так. Куда ни сунусь, от меня требуют зарегистрироваться. Я сразу раз выхожу и дальше пошел. Может, она не права, она говорит, что в Инстаграме обязательно регистрироваться. Но почему нельзя просто взять, открыть, вот, без этого, вот без этого. Взять, открыть и убедиться, что ж там за розыгрыш-то. Я сам не знаю, что... а если я выиграю саженец? А что, выиграю, подарю кому-нибудь. Вот, я так полушутя говорю. Вот он, она начала заполнять вот этими. Куда ни сунусь. А вот среди нас, пенсионеров,
А вы знаете, как мне трудно заказы принимать? Когда мне говорят, меня еще сынком называют, и говорят, меня называют сынком, говорят, ну, сынок, ну, давай по телефону прими заказ. Ну, не знаю я, как это самое, на эту почту написать, чтобы прислали в каталог. Видите? Это я так, общее рассуждение, пока что вижу, то вижу. Ну, кому надо, кто умеет, зарегистрироваться и будет участвовать в розыгрыше. Это, так сказать, дебют вот нового вот этого Инстаграма. Опыт больше 30 лет, это понятно. Вот, тут уже 33 подписчика, только сейчас было 27. Значит, процесс идет. Но лучше бы тут было 300 без этого, без регистрации. Я не знаю, потом кто-то из вас мне подскажет, а я ей подскажу. Или тут действительно так надо. Доставка по СНГ возможно, рассрочка. Вот это наш сайт. Вот он, видите? Вот тот самый сайт. Ну все, выговорился. Татьяна Александровна, я свою задачу выполнил. С вас это самое, как на Украине говорят, с вас пляшка. Так. Ага, теперь я, оказывается, не туда залез. Теперь возвращаюсь я.